Сейчас я вам покажу, как происходит вывод с сайта JailTour System. Для того, чтобы совершить вывод своих заработанных средств, вам надо привязать свой кошелек AdvoCash к кабинету. Нажимаем на вот этот кошелечек. Здесь вам будет написано, что если у вас не указан кошелек, надо пройти в настройки профиля и указать свой кошелек. Кошелек указывается единоразово. Если, допустим, вы захотите когда-либо его изменить, вам придется это делать через техподдержку. Подтверждать свою личность, что вы являетесь владельцем нового кошелька. Итак, кошелек мы указали. Здесь, если хотите, указывайте автопродление подписки. То есть у вас автоматически с вашего баланса AdvoCash будет сниматься $12 в год. Это для того, чтобы не пропустить период, когда у вас заканчивается подписка. Вы можете либо нажать эту кнопочку, либо не нажимать. Это на ваше усмотрение. Кошелек мы указали. Кликаем «Сохранить изменения». Теперь снова кликаем на кошелек. У нас уже автоматически кошелек указан. И здесь написано, вот еще раз повторю, что смена кошелька только через техподдержку, через службу поддержки. Следующий шаг. Вы указываете сумму, которую хотите вывести. Кликаем «Вывести средства». На ваш аккаунт в Телеграме выслан код подтверждения. То есть вы должны будете подтвердить, что вывод делаете вы. Вот здесь в наш Телеграм приходит вот такое оповещение. Данные платежа, сумма и код. Мы его копируем. И вставляем вот здесь. Подтвердить выплату. Все, видим, что у нас здесь обнулилось. То есть на балансе висела сумма, обнулилась. Сейчас мы зайдем в свой кошелек AdvoCash. Мы видим, что на балансе у нас находится сумма 18,56. Сейчас мы обновим кошелек и посмотрим пополнение. Вот, вы видите, что сумма поступила моментально, $25. То есть пополнение кошелька с кабинета происходит моментально, в ту же минуту. Все, теперь мы можем через обменник вот эту сумму вывести на любую свою карту, на любой свой счет, которым мы пользуемся в обычной жизни. Вот таким простым способом выводятся средства из кабинета JailTour System. Всем желаю добра, здоровья и процветания.